А вот и вторая карта противостояния Pentasports против Whites. Это все у нас на плей-оффе. А, кстати говоря, 1/8 плей-оффа про лиги с 19 сезона StarLadder. Как-то вот на предыдущей карте у Pentasports не пошла игра. Вроде набрали и достаточно агрессивных персонажей. Все классические для этого патча. Вроде даже и фарм был. Но что-то вот не получилось как-то додавить, вроде были и совсем бессмертные персонажи, и просто очень крутые, но что-то пошло явно не так. В этой игре решили сыграть поагрессивнее, но на агрессию Pentasports Whites отвечают еще большей агрессией, добирая Omni-Knight и Trend Protector против Disruptor и Ursa Warrior. Интересно, даже очень. Два подхила, неплохое замедление от обоих, контроль под БКБ, полная неуязвимость к физическому урону, да и репел. Один из самых больших камней преткновения почти для любого персонажа. Ну, за исключением парочки там физдамагеров, которым уж совсем чихать на магический урон. Так что не знаю, что теперь надо предпринимать Pentasports. Как-то уже Ursa Warrior будет катиться, и достаточно легко. Стоит подойти у меня на эту кого-то подхилить, просто пройтись рядышком, замедлить через Дигенауру. Там Тренд Протектор подбежит, просто даст по лицу Урсе корешками. Тот постоит 2 секунды, подумает о том, где он был неправ. Семечку посадит, чтобы он еще там замедленным был. В конце концов, Overgrow даже через БКБ может привязать к месту. В общем, проблем у Урсы уже достаточно, а это еще только 2 пика. И причем, скорее всего, у меня Найт отправится в хардлейн, и Тренд Протектор будет вместе с ним там напрягать того же Дизраптора. Огромные проблемы будут на легкой линии у Pentasports, это я вам гарантирую. Если только случайно Whites не возьмут и не переставят линии, там Тренд Протектор куда-то в мид отправят роумить, или вообще выйдет, но это будет совсем поплава. Нельзя так делать, нужно сражаться от и до, и держать агрессию до последнего, пока могут. Желательно еще с синтрями там обтыкаться, чтобы Дизраптор как-то не палил перемещение Тренд Протектора. И тогда все будет вообще великолепно. Так, что у нас по банам? Варлок, Клок, Найтсталкер, Джакира в первой стадии. Интересно, хотя ну, опять не совсем понятно, что там Джакир забыл. Видимо, на предыдущей карте не понравилось. Решили просто убрать, чтобы ни себе, ни людям. Queen of Pain, Лина, хорошие кастеры из мида уже ушли. Кто-то там, видимо, не очень плотный будет стоять. Ну и Venomancer и Terror Blade. Это интересно, по какой логике? Не, ну Terror Blade, конечно, просто круто, если по домникам и Trend Protector'ам, так попробуй его еще забери. Может быть, исходя из этого. Ну а Веник... Не, ну он, конечно, сейчас начал набирать популярность, но... Ты не верил, что он бы появился? Вич-доктор, уже третий хиллер в команде. Сейчас бы просто поставить Дазла в мид. И кто у нас еще хилит? Давайте вспоминаем. Блин, какая сложная задачка. А кто реально еще может хилить, кроме Дазла? Сейчас бы таблицу персонажей посмотреть. Оракл, точно, вот. Берем Оракла в кэрри, собираем и гоним. Вич-доктор, все дела. Дазла там через дизоль, и все, просто 5 хиллеров, и попробуй ты убей эту пачку. Дарксир для Pentasports отправляется явно в хардлейн со спиритбрейкером. Будут устраивать там тоже вакханалию. Вич-доктор будет останавливать их потуги, и лун-друид. О, вообще красота. Ранжовый юнит. Атака хорошая. Не знаю. Не знаю, не знаю. Есть тут проблемка в виде спиритбрейкера, и если Урса получит свой даггер, то у лундруида начнутся проблемы. Может быть, даже есть смысл вспомнить про старого доброго. То есть лундруид, который качает форму, у которого куча хп, куча брони, попробуй ты его убей. И с противным вот этим вот мишкой, который бегает, всех жжет, ломает вра. В таком случае может что-то интересное получиться. Иначе будет очень рискованно. Я боюсь, что у лундруида могут возникнуть огромные проблемы.
Ну и что у нас на ластпике остается? Вопрос, конечно, еще куда пойдет Лундруид. Изи или все-таки в мид? Мне кажется, что в Изи стоит его поставить, он там и один поживет. В таком случае Вич-Доктор может в даблу кому-то в мид прийти. Ну и там как-то устроить пати for everybody. Пак отправляется в бан. Ну ладно. Видимо, не хотят обузную вот эту вот комбинацию с рыком Лундруида. Когда там все просто разбегаются в разные стороны и сами непроизвольно рвут эти дримкойлы. Станется надолго. Приятного в этом, конечно, мало. Бладсикера опять берут. Ну, Сикер очень неплохо зашел. Мне реально понравилось. Вот он мидлейн, в конце концов, хиллеров и сейверов огромное количество. Ну и там единственный, кто из-под рапчи сможет уйти, это по сути Урса Warrior. Просто нажмет ультимейт и там каким-то образом поживет какое-то время remaining. За счет этого. Так что черт его знает. Уходим, собственно, в игру. Вот Death Prophet у нас залетает в мид. Вспомнили про такого крутого персонажа. Он и плотный, и сам себя хилит, и дамаги наносит кучу, и пушит, и все. Единственное, что не очень-то он и плотный в начале. Бывало, я видел пару пиков, когда прилетал просто Heart of Tarrasque у нее и Октарин. И это просто становилась неубиваемая машина. Пока ты снесешь эти 3000 хп, ну там и нахилится с душ. Души надамажат столько, что потом, когда они отлетят, уже вернутся. Там, не знаю, условно на каких-то йолах себя поднять, два шага сделать, у тебя включается Тараска, и ты просто 2 секунды пол хп отхилил. Все, конечно, очень утрировано, но тем не менее, это такая неприятная машина. Но единственное, что ее останавливает обычно, это огромный кулдаун. Ну ладно, с этим, я думаю, как-то будут справляться, хотя агрессия от Бладсикера будет, наверное, постоянной. Опять же, Спиртбрейкер будет прибегать с эйншеллами. Может, это как-то сыграет. Посмотрим. Все это, возможно, мы увидим на этой карте. А может, и не увидим. Кто его знает. Ну и что же. Что же. Я даже не знаю, какой пик на этой карте мне нравится больше. Death Prophet очень интересный персонаж. Даже слишком интересный. Для того, чтобы игнорировать его. Да вообще давно очень хочется посмотреть на старых добрых персонажей, про которых начали забывать в этих патчах. Ну, они тихой сапой возвращаются. Ну, посмотрим, насколько удачно. Ладно, пробежимся по составам коллективов. Penta Sports, Ursa Warrior. У нас Skitter. На Death Prophet будет играть The Blazemon. На Dark Seer будет бегать у нас Boogie Ohio. На Disruptor поиграет Yaps. Ну и на Spirit Breaker у нас будет бегать Башрук. Это был коллектив Penta Sports. Их оппонентом выступает Whites. На Seeker Sailor. На Тренд Протекторе будет Сторах, Фрозен будет играть на Сикере, на Вич Докторе Модест, ну и Массакра будет бегать на Уминайте. В принципе, по лайнам все как и предполагалось. Единственное, что вопрос, как себя будет реализовывать тут Вич Доктор по игре. Потому как Лундруиду будет нужна помощь, если на него будут забегать Спиритбрейкер и Дарксир. Если Спиритбрейкер будет прибегать в мид, также будет большое желание, чтобы Доктор смещался в мид. В общем, придется ему тут поноситься туда-сюда. Ну, а Penta Sports, я даже не знаю, нужно жутко агрессировать Спиритбрейкеру и Дарксиру, не дать нафармить вообще ничего Лундруиду, хотя это будет очень сложной задачей. Ну и каким-то образом вывести золото против Трента Урса Варьера. Серьезно, это будет очень сложная задача. У него 100 урона с руки, ну это просто жесть.
На третьем уровне, на четвертом уровне, ладно, на третьем там что-то порядка 94. Да просто жесть какая-то. Два удара ломает тебе лицо на треть хп. Урса. Ой, как сейчас он может подстрять, есть касочка и полетел у нас сид. Кучу хп уже снесли. Это, походу, минус. Урса уже на первом уровне. Отличный бодиблок. И фраг достается тренд протектору. А это тапок. Это, возможно, еще больше агрессии. Второй блэвел набрать. Дизраптор тут ничем не мог помочь, даже будь он рядом. Поставь кинетик филд, не факт, что он спас бы. Ну, в общем, дела тут очень плохи. Не ожидал я, конечно, что Вич-доктор будет аж в трипле здесь снизу. Ну, что поделаешь. Лондруидов соло ставить, это также отличная опция. Так, у нас уже за Тауэр на Сикеру заходят. Крипов денается, уже прям вдвоем. Просто отжимают все, что только могут. Трех крипов забрала Деспрофит. Парочку крипов. Ну, одного крипа заденайл Спирит Брейкер. Просто по максимуму хотят отжать экспу и золото, но вопрос, насколько это целесообразно. Лондруид все-таки фармит. Нет, проблема. Тихо, медленно, но фармит. Что там снизу? Урса 5 под нападками Трента. Вот тут посмотрите просто, как он отрывает лицо этому Урсе. Прилетают очередные каски. Ну, Урсу, видимо, кинетик филд этот все-таки спас. Но если бы каска вторая полетела, вернее, третья, не в крипов, а все-таки обратно в Урсу, было бы совсем великолепно, и фраг был бы написан. В миде пытались тут подцепить Сикера, но что-то у него слишком большой мувспид для того, чтобы его попробовать забрать. Ну, Дарксира все тоже очень даже неплохо. Дарксир, Дарксир, Дарксир. Что ж ты будешь тут делать с лондруидом? Как только он апнет пятый уровень, он тебя и сам будет пробовать забирать через корни. Вот не знаю, как тут пробовать что-то делать. Разгон в тренд протектора надо, наверное, отменять. Правильно делаю. Иначе спиритбрейкер просто бы подфидил. Это вообще даже без вопросов. Слишком этот персонаж... Ну, никак, не слишком он ватный, конечно, наглый, может потанковать, но, господи, против Трента, Омника и Вич-доктора не надо так наглеть. Клэпнул у нас Урса, попытка атаковать бедного Омнинайта, но Левинармор, и он просто отходит. Прокляли бедного Урса Варюри, Винни-Пух, возможно, здесь все-таки отъедет, чтобы бы один удар просто в спину дополнительно, а тут просто Пурификешном его добирают. И также отъезжает еще из перебрейкера. Вот вам попытка агрессии на трех хиллеров. Но, правда, хила нет у Вич-доктора, но это мы так тактично опустим. Маледикт его сыграл тут не последнюю роль. Слишком много там же. 9000 урона от Вич-доктора. Маледикт решает. Все, Маледикт решает. Так, что тут у нас будет дальше в планах? Атака на лондруида прямо по таврам. Ну что это такое? Просто рык от маленького медвежонка. Просто чуть не отъехал здесь уже и сам спиритбрейкер, который прилетал вроде как на ганг. Хорошего мало в этом. Вроде ты прибегаешь убивать, а вроде убивают тебя. Не задается игра у Пентаспортс и на этой карте. Три фрага они уже отдали. Плодотворцам, конечно, держится еще более-менее, но, в принципе, по общей, по моему такому ощущению их на карте, они как-то проигрывают, качественно проигрывают. Урса, который, пятая минута, у него даже фейзов нету, это ж вообще жесть. 1400 нетворс, жуть. Он тренд практически столько же имеет. Ну, у Сикера, правда, тут небольшие проблемы в миде. Как-то боится он к крипам подходить. Но сейчас большая пачка крипов придет к нему в лес. В лес, под тауэр, конечно же. Он его зафармит, получит 6 уровень. Можно будет попробовать куда-то выйти гангануть. Неужели атака будет на лондруида? Айншелл есть. Сейчас второй откатится. Можно будет попробовать забрать. Но опять же,
маленький медведь рыгнет, ест корни, вот они сразу и прокают, пол хп сразу из ниоткуда улетает от Дарксира, рыкнул на спиртбрейкер, он даже башни стан не выдал. Сейчас еще одни корни прокнут, он реально может развлечь тут обоих, переагрился на Дарксира, и давай корни, ну нажмите же, ну не проплачено, ну совсем. Эх, что ж такое. Только пятый уровень апнул, сразу корни, а потом бац, не проплатил, да с профи тут втроем забрали в мидя, через рапчу, наверное. Нет, даже без рапчи. Вот какие. Дают жару. Надпили шрайном. Теперь можно попробовать повторить. Ландруид. Ландруид. Что ж ты там планируешь себе? Hand of Midas. Да. Это тот самый Мишка. Толстый. Жгучий. Вообще такой перчик. Просто перчик. Ну и как его убивать потом в перспективе, я не знаю, но до этой перспективы надо еще дожить. Лундрида тут со всех сторон поджимают. Сейчас мелкий должен рыкнуть, спасти своего хозяина и просто по троим рык. Сюда прилетает омник, пурификейшном отхилил, корни нас, дизраптор еще по удару сбросится, дизраптор отъезжает, можно кого-нибудь еще подловить здесь. Омник. Есть хил. Спиритбрейкер. Дожигают здесь все-таки умни на это. Ну где же корни? Еще бы один удар и добивают спиритбрейкера. Теперь надо размонтить Дарксира. Корни прокуют. И слушайте, а это минус Дарксир. А нет. Кинетикфилдом немного подсейвили. Или все-таки минус Дарксир. Еще три удара. Мишка помогает. И еще разочек бы. Нет, не получается. Все-таки перенаглял тут Лундруид, и Дизраптор забрал его. Разгон у нас, видимо, в мид. Как дела у Блодсикера? Разогнан он, конечно, неплохо, но сейчас в него врежутся. Тут духи летают. Ну, нет, он слишком быстрый. 500 мув спида. Сюда не успеет просто доспрофит. Экзорцизм сейчас закончится. Еще и он был нажат как-то, видимо, не очень аккуратно. Даже Таур особо не продамажили. Все очень плохо. Урса решил сменить лайн, пришел на топ к Лундруиду, но уже поздно, уже есть корни, да в конце концов Лундруид 6 уровень. Тут какие-нибудь корни прокнут, и даже Урсы пол хп отлетит. Ну вот, корни, плюс пол хп, ладно, я немножко преувеличил, но 2/3 хп у него точно отлетело, также ручками его сейчас проминают, замедление работает. Но отошел, все-таки пытаются сжечь опять щитами. И где же Мишка, который рыкнет? Рыкнул, вроде как спас себя. Пурификейшном надо подсевить немножко лундруидом. Жить будет. Продолжаем смотреть за тем, что тут будет происходить. На нижний лайн вообще все забили. Прибежал Сикер, нужно хотя бы ультовать. А ульты уже нету? Ладно. Ладно. Ты пытался. Ну, в очередной раз Лондруида попытались атаковать неудачно, выиграли, вернее, проиграли кучу времени, ничего не сделав, Деспрофит также тут ничего сделать не может. Ой, как нехорошо получается для Пента. Походу, то вторая карта будет для Уайт и... Сюва? Если они тут чего-то сверхъестественного не придумают. Сикер, конечно, очень интересно у них смотрится. Дарксир хочет себе Миказм. Все Дарксиры хотят Миказм. А ты возьми и купи Миказм. Как в старой доброй тролло шуточки детства. Уже у нас Дизраптор начинает фармить. Нижний лайн по-прежнему игнорируется коллективом Пента. Хотя сюда пришел Вич Доктор. Где-то рядом будет сейчас Умни Найт. Может быть, даже Урсе стоит... А, так у него еще 6-го нету. Если сейчас пытаться его подцепить, можно даже забрать без особых проблем. Спиритбрейкер бежит к нам вниз. Также сюда стягивается и Дизраптор. Плохо поснесли Урсе. Просто улетает. Нет, не улетает. Успел сюда Спиритбрейкер, сбивается телепорт. И, слушайте, Урса-то может отъехать. Еще один тик, он его не переживает. Что по хилу? Что по хилу? 5 секунд, стики в кулдауне. Не получилось немножко тут пожить, но тем не менее разменяется третью позицию на кэрри, это дорогого стоит. Не идет игра у Pentosports, совсем не идет.
Как быть? Как быть? Руса обычно играет в игры, где у него там тотальная доминация, он прыгает там, убивает всех 4-5 ударов. А тут что-то таким даже близко не пахнет. Очередная атака от Спиритбрейкера накрыта контратакой. Корни не прокают, перепризывается тут медведь. Корни прокают почему-то под Дарксиру, если бы вот в Спиритбрейкера это все. И минус Спиритбрейкер, также тут на Рапче умирает Дарксир. Очередной раз подфидели. В попытке написать фраг нехорошо получается. Деспрофи тут зажимают со всех сторон. Вич Доктор страдает. Как же этот Сифон дамажит? Пурификейшеном его подхилили. Ставится просто Десвард, который как-то вот не дамажит. Минус Вич Доктор на этом. Просто в ветках не смогли найти Деспрофит. Ну, теперь нужно еще реализовать ульт. Отличный Глимс, но там... Это Омник. Что ты будешь с ним делать? Он просто кидает одну кнопку и чихал он на этот Глимс. Надо пуш тавер. Это даже без вопросов. Если они... Так, прибежал Спиритбрейкер и... Чё? Сайленс вроде как даже неприятно. Но пережил это Омник, Purification, Глин Армор. Сейчас нахилит. Так, сбоку Спиритбрейкер сейчас может ворваться, это может стать неожиданностью, хотя тут рядом все, просто все, и Трент, и ладно, Сикер уже ушел. Неужели он хочет атаковать там кого-то? Спиритбрейкер просто улетает на верхнюю линию. Если тут был какой-то план, то я его не увидел. Он броит. Мидас есть, 13-я минута, планы выформить Райденс. Это все, конечно, круто, наполеоновские планы, все дела. Хотя с тем, как его пытаются прессовать, у него есть это время, есть эта возможность. Без Раптора тут в очередной раз накрыли и... Больно накрыли, в общем. Аж до таверны. В очередной раз отдохнет там, подумает о жизни и любви, может придумает, где у него были ошибки, и в следующий раз так не подставится. Немного подфармливают здесь Дизраптор и Спиритбрейкер, ну, что-то как-то... Я бы не сказал, что сильно это меняет ситуацию на карте. Что, неужели разгон Лондруида? Да, действительно, он просто использует... Рык и, кстати говоря, не очень качественно. Башики прокают у Спиритбрейкера. Как же ему сейчас повезло. Просто почти в соло забрал Ламбруида. Омник. Вигота проблем. Не успел он даже репл на себя повесить. И просто порвали его здесь. Застан. Когти настакал Урса. Ну, задуло. Нас профят. Дизраптор. Нашли его. Ну тут что нашли? Тут все, их видно. Ну а Сикер продолжает фармить леса. А драка какая-то будет на топе? Завозите драку. Завозите звездюли. Ну надо драться, ну нельзя отдавать диспрофит этот тауэр. В конце концов его нахилить можно, ну... Совсем же хорошо будет. Подраться, условно выиграть драку на хиле через Ливен Армор и посеять еще большую дизмораль в коллективе Пентаспорт. План капкан. Бегает. Как же напоминает мне этот сет. В Варкрафте были вот эти вот красные деревья, фиолетовые даже, наверное, такие. Спиритбрейкер ворвался далеко, использовал ультимейт, отличный овергроус, подстанил всех, прожатые досты, экзорцизм. Сикер, ну, наверное, не стоит так останавливаться, Трент спалил свою позицию. Остается пауза. Почему бы и нет? Лаги. Такое иногда случается. Так, ну и что, какой план? У какого из коллективов? Деспрофит. Может попробовать себя поднять в Юла или в Юла поднять кого-то другого. Например, Омника, чтобы он... А он репл уже использовал. Тогда, ну этого Омника. А, ну у него есть ультимейт. Тогда не, можно попробовать действительно его поднять. 2,5 секунды выиграть и срезать Сикера.
может быть, это и сработает. Хотя Silence тоже отличный выход. Он минает, ничего сделать не может. Тикер забирает, отменяется телепорт. Тренд протектор просто убегает в леса, что по дастам. 10 секунд у спиритбрейкера. Откат не получится. Знаете, поплыли немножко Whites. Как-то вот перестали они бегать толпой. И все стало случайно плохо. Или может все стало плохо, потому что нету лундруида. Он как бы на себя байтит, все дела. Приходят саппорты, выхиливают лундруида, и на этом начинается драка, когда у оппонента ничего нету. А тут друид фармит, и вы саппортами пытаетесь подраться. Причем реально там пик, 3 саппорта. И улетает у нас умник. А дает все-таки таур на топе, ну ладно. Будем считать, что это вынужденная мера. Не знаю почему, но пусть будет так. Ой, не знаю, кто тут выйдет все-таки победителем. Мне кажется, что все-таки пик поинтереснее смотрится уже у Whites, но как-то вот в последнее время они сдают позиции в этой карте. Так, Рапча по бедолаге спиритбрейкеру никуда ты теперь не побежишь, еще и каски летают, надо его добить, но по сути он умер. Овергроус, досты, хотя нет, жить будет, нет, теперь уже точно нет, ставится вард. Проблему у Тренд Протектора, его подхилили Purification, теперь проблему у Дарксира, его надо бы добить, и да, добивают, замедляются Деспрофит через Дегенауру, а будет какая-то помощь? Сикер вроде бы недалеко, сейчас на разворот Сифон Сайленс, и теперь проблема у меня на это, хотя где дэмэдж, а дэмэдж у нас пошел к Вич-доктору. Вич-доктор в таверну. Ладно. Умни на это подняли в его. Сейчас бы Сайленс и просто ручка. И Урса его загрызет, слишком сильно сдает позиция. Просто вышли в ноль по нетворсам, это не то, что бы хотелось видеть. Разгон в лундруид, если на башке попрет, то это минус лундруид. И есть один. Ну и сбежал сюда. Этого достаточно. Слишком много потеряли за последние, наверное, минут 5. Whites. Они могут и не выкарабкаться из-за этого. Урса набирает обороты, Деспрофит набирает обороты, у них появляются слоты. В конце концов, Дарксир покупает слоты на хил, на то, чтобы помогать своему коллективу драться. Это нельзя так отпускать. Ой-ой-ой, что же у нас будет здесь? С одной стороны, конечно, лундруид может вытащить эту карту. А с другой стороны, еще так пару раз подфидит. Появится этот Рэдзинс, а пока этот Рэдзинс окупит себя по фарму и по дэмэджу, который приобретен. Может оказаться, что игра закончится раньше. Так, забирается Рошан. Как-то вот вроде бы и чувствуют Whites, но уже не успели. Минус Рошан, естественно, для Урса Варьера. Как же иначе? Ну и будет пушиться Мид-Тавер. Что будет? Он по сути упал. Прощаемся. Там минута молчания. Может кто-то стишок сочинит. В честь Мид-Тавера. Омник не успел на себя повесить трипл, но тем не менее все равно просто в наглую уходит отсюда. Я реально не знаю, что тут будут делать оба коллектива. В принципе, у Деспрофит есть ультимейт, можно попробовать и Т2 забрать, а вот что лундруиду, как отвечать, я ума не приложу. Тапок Мидас, все. Теперь уже, возможно, стоит переклассифицироваться в вот этого нового недоброго. Малшторм, Драгонлэнс, вот это. Но тем не менее. Реально, нужно драться, нужно принимать драки, нужно наваливать это и Деспрофит. Если они так оставят все, медведь не будет жить со своим Рэдиансом. Курса обгрызется, Деспрофит с духами. В конце концов, Сифон будет использован. Но мишка-то плотненький. Ну и что, бешеная корова бежит, отменяет свой разгон. Эх, а я-то думал, будет экшен.
Не в этот раз, не в этот раз. Дарксир планирует себе дагер для того, чтобы врываться еще более круто. Ну и, наверное, комбинироваться все-таки с Дизраптором. На кого там повешена рапча? На спиртбрейкера. Он просто улетает на телепорте и не парится вообще. Еще и водоульту потратил. Потрачено. Реально потрачено. В обоих смыслах этого слова. Дизраптор дожил до конец Даркантапа. С чем я его и поздравляю. Как же ему тут неудобно по игре было, а? И варды все покупай, и сентри ставь, и на ТПшки тратить. Ну, обижает его коллектив, не помогает никто. Так, тренд. Видит Дарксира, хочет, не хочет. Хотелось больше экшена. Ну ладно. Все-таки лондруид фармит. От этого никуда не деться. Даст профит, прожал ультимейт, добить никого не получилось, и это ультимейт в никуда, по сути. Они не успеют толкнуть линию достаточно, чтобы продамажить того рог. Ну и поэтому разгон вниз, я так понимаю, и нет. Он был далеко не вниз. Ну и что, будет тут пробовать донаить Ставр Урса? А куда это пошел? Ты не перепутал случайно, за какую-то сторону играешь? Так, 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 так. Без профит. Ой, как будет больно этому спиртбрейкеру. Не, это минус. До свидания, спиртбрейкер. Помним, любим, скорбим. Тренд протектор. Пытается всеми силами задефать нижнюю линию. Там и семечко изменяет Урсу, и Левинармором подхиливает Тауру. Все просто на то, чтобы выиграть время. Но тут даже не планируют сражаться за этот Таур. Уайтс. Да, жизнь боль. Ты стараешься, ты пытаешься, тут вот... Никто даже за тебя вступиться не хочет. Обидно. Рейденс практически готов из перед Бира. Только что лондруида. Я очень надеюсь, что это что-то изменит на карте. По крайней мере, лондруид начнет присутствовать в драках. Потому как без него что-то как-то не задается. Урса видит цель, не видит препятствий, просто прыгает на него, клэпнул, попал замедлением, и это минус Вичдоктор должен быть, прожимается ультимейт, не хватает замедления, он просто уходит, серьезно, так вот нагло. Сейчас бы сюда чем-нибудь закинуть, вот хилин, не хилин, вартпорт, десвард поставить бы. Эх, дистанционных спулов действительно очень мало, по собственно ритуал. Кивард, все. Если так вот кого-то на рапчу цеплять, удаленно не заберет никто. Грустно. Не грустно, еще раз грустно. Урса, Урса. Кого ж ты хочешь убить первым? Бич доктора, Найта. Прожимается экзорцизм, это минус 102. Опять безыдейно. Отдают Тауэр. При том, что все так великолепно начиналось. Вы просто посмотрите. Они доминировали на 2000 на 12 минуте. Это хорошая цифра. Ну и по XP примерно столько же. Но потратили. Вич-доктор слишком далеко зашел, попалился на варда, курса влетел. Съел его. Тут пытаются пробить Деспрофит, но что-то как-то не получается. Вайбэк у нас от ЛД. И вот он. Десвард минус Деспрофит. Не спас его сифон. Разобрались там с лондруидом, у которого хп совсем мало. Урса опять разогнался, можно попробовать прыгнуть на сикера. Нет, он просто упрыгивает отсюда, и надо делать тогда телепорт на базу. А телепорта нету! Надо убегать. Эта драка была неплохая для Вайтс. Но, честно говоря, байбек от ВД немного попортил картину. Если бы ему не пришлось байбэчиться, то было бы все вообще великолепно. Итак, Урса. Диффуз. Ну, да, в принципе, круто. И замедлять сикера, и сбрасывать ускорение с... Не ускорение, ускорение, по-моему, рубит, не диспелится.
Лондрид где-то есть. И не вот, слушайте, здесь спойлится с каких-то пор. Интересненько, интересненько. Теперь еще и Рэббит можно сбрасывать. Гвардиан Энджел и разгон Вич-Доктора. Отлично, башки прокают минус Лондрид практически сразу же. Конечно, он рыкнул, но спасет ли его это ульта от Спиритбрейкера? И нет, все-таки не спасает. Надо быть в форме постоянно. Тренд Протектора сгрызли очень быстро. Рипел от Умника, он должен отсюда убегать, что по Вич-Доктору. Вич-Доктор просто ставит Десвард и накрывают его статик-штормом, сбивают, собственно, его ультимейт. Проблему у Дизраптора, его просто руками Омник пытается запинать. Отличные вроде как каски, но... Дизраптор-то ушел, телепорт прожимает, а сбить-то ему нечем. Деспрофит на Сурже убегает. Сейчас бы на развороте кому-нибудь Иулы просто ТП, ну ТП в откате. Выиграл немного времени и бежать. Нахиливается баночка, сейчас еще можно попробовать Руду Фотос накинуть, но нет. Передумал Сикер бежать дальше, да и Омник. Ну, действительно, мовспит у Деспрофит слишком большой. Так, можно было и до базы добежать. И реально на развороте. Иу, Родофотос. Потом Сифон. Потом опять Иу, Родофотос. Нет, слишком много всего. Бегать за Деспрофит это себе дороже. Тренд Протектор. Что ж ты хочешь? Хочешь ты себе Solar Crest? Похвально. Блодсикер тарит БКБшку. Ну тоже круто, но тут проблема есть. Руса бьет сквозь БКБ. Духи Деспрофит бьют сквозь БКБ. Да, конечно, он избавится от Сайленса, будет проходить через... Кинетик Филд. Ну и Спирит Брейкер не будет так много дамжа уносить. Но тем не менее, даже башики работают сквозь БКБ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не знаю, насколько это профитно тут, но в любом случае дэмэдж, ну, входящий уменьшит. Ну, опять же, Сайленса сбросит. А может, стоило в таком случае от Сайленса попросить Тренд Протектора зафармиться Лотус Орб? О, Мишка теперь постоянно в форме. Армор какой-никакой имеется. 8 всего лишь? Чё-то мало. Ну ладно, будем считать, что я что-то не так помню. И Урса принимается за очередного Рошана. Он его кусь-кусь. Он так загрызет. Орешек каменный. Как-то не подозревают об этом. Или не хотят в очередной раз бежать туда, Уайтс. Ну, блин, с Урсой они так не справятся. Ладно, посмотрим, что из этого всего получится, но сейчас очень серьезно пентаспорты укрепляются на карте. И в экономическом смысле, и по слотам, и сейчас они все более уверенно давят своего оппонента. Поэтому даже не знаю, как сейчас надо будет дефаться. Тренд Протектор уже не столь эффективен. Урса может прожать ультимейт, сбросить себя как корни с первого сплата, как с ультимейта. Ну, не знаю, в общем. Ну и заход с экзорцизмом на второй таур. Ну, вернее, на третий уже, ну, второй подряд. Летают эти летучие мыши. Я понял, чем меня бесят эти летучие мыши. Крылья дергаются, а сама тушка летучей мыши как-то просто плавает. Немножко абсурдно смотрится, по-моему. Вот, что с тобой не так. А я-то думал. Урса! Тренд Протектор подставился, поджимает Овергроус, но сюда сейчас прилетит просто Спиритбрейкер. Нет, не прилетит, как-то получилось, что сбили, ну да ладно. Прожимается БКБ и Блейдмейл от Сикера. Ладно. Он мне на это тоже БКБ потратил, и сейчас начнется какая-то вакханалия. Сайленс по Деспрофит. Деспрофит отсюда убегает. Отличный кинет спилд и статик шторм. Проблему у Сикера. Сикера надо добивать. Сайленсом накрылись. Сикер отъезжает и... Са забирает Лондруида. Сколько бы армора не было, придется просто на пару ударов больше сделать. Сбивает телепорт, чем мне на эту. БКБ это хорошо, но там не так и быстро вваливается дэмэдж.
Да, Пента переиграли своего оппонента, и причем очень серьезно. Ну, судя по всему, будут выходить пока что победителями в этой карте. Но, говори, оп, пока не перепрыгнешь, все еще может измениться. Dire's top tower is gone. Just a cold fog left behind. Так, Мич-доктор. Господи, какой же ты бедный. Что у нас вообще по слотам есть у Уайтс? БКБ Блэдмейл Омника, БКБ у... Вернее, БКБ Блэдмейл у Сикера, но это... Минорно. Минает с БКБ... Просто БКБ Арканы? Серьезно? Бладмир Лон Друида. Не знаю, это... Что-то не совсем понятное мне. Надо было раньше агрессировать, раньше думать, а сейчас уже, возможно, даже и поздно. Рапча у нас по Блейзмону. Вроде бы неприятно, он просто прожимает БКБ и крутится под Рапчу. Неприятно прожимает, сыр живет дальше. Спирит Брейкер, ультимейт в Сикера подконтролил, но что-то продолжение никакое не последовало. Ритуал, может, возможно, разменяют Эгис урсы. Но нет, просто прилетает в очередной раз в него урна, он нахиливается. Даже Эгис из него не выбили. Как быть? Бараки падают. Народ, надо дефать. Закончился экзорцизм, урса врывается. Вот Блейдмейл, да, просто убивает Сикера. Кинетик Вилл, Статик Шторм, проблемы у... Нет, проблем, отлично, Репел разыграл здесь Омник, ну и это все равно минус линия. Программа минимум выполнена. На программу максимум, я думаю, они тоже будут рассчитывать. Вторая линия, это прекрасно, может быть, Т3 заберут, отойдут Шрайны, потом разберут на кирпичке, но пока что у них все шансы попробовать забрать вторые бараки. Ну и сдаются здесь Whites. Действительно, как-то продолжить особо вариантов у них здесь не было. Они потеряли инициативу, потеряли возможность, и как-то вот пришлось им отдать и карту в целом. Ну что ж, Пентаспортс, да, отжали себе все-таки карту. Будет, видимо, противостояние на трех. И уходим на небольшую паузу. Посмотрим, что же будет в третьей. Кто же выйдет в этом противостоянии победителем.